Утро воскресенья в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе началось с торжественного богослужения в честь Дня Святой Троицы. Под звон колоколов службу возглавил митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. Литургию не пропустил и губернатор Ульяновской области Алексей Русских. От всего сердца желаю всем здоровья, тепла и благополучия. Пусть День Святой Троицы принесет в наши сердца радость и укрепит всеобщее согласие. С праздником! На территории храма в сквере Возрождения Духовности работали развлекательные площадки от молодежи и фермеров региона. Гости храма увидели казачьи игры, ремесленников за работой и могли сами принять участие в изготовлении кованых и тканных изделий. А на городском ипподроме развернулись праздничные гуляния в честь Сабантуя. Конные бега, татарская борьба Кореш и конкурс татарских подворий стали изюминкой многонационального праздника. В честь года семьи в России также чествовали почетных семей Ульяновской области, а детям участников специальной военной операции вручили школьные принадлежности в рамках акции «Помоги собраться в школу». Гостей Сабантуя поприветствовал Алексей Русских. С огромным удовольствием приветствую всех его организаторов, участников и гостей. Сабантуй – это один из самых массовых, всенародно известных праздников, который с удовольствием отмечают люди всех национальностей, проживающих на нашей территории. И мы сердечно благодарим представителей татарского народа за то, что имеем счастливую возможность разделить с ними это радостное событие. Всех гостей Сабантуя радушно угощали традиционными татарскими блюдами представители подворий Ульяновской области. А на главной площадке состоялась концертная программа местных артистов и коллективов из Республики Татарстан. Константин Никитин, Ул-Правда, ТВ.